Всем привет! Вы на канале Мисс Полли. Сегодня снова видео, и мы сегодня... У нас видео называется «Видео наоборот». Поэтому давайте не переключаемся. Ставим лайки и подписываемся. А теперь смотрим. Это видео разместила Катя, и поэтому мы смотрим с ее аккаунта. Давайте же начнем. Смотрите внимательно. Мы снимали с Катиного телефона. Ссылочку в описании на это приложение я оставлю. Вы можете скачать в Play Market его. Может быть, кто-то в App Store есть еще. Или как он у айфонов называется. Просто у меня Samsung, и я не знаю. Смотрите! Пока! Сегодня у нас третья уже посылка с AliExpress. Вроде третья. Так, салфи-палка раз, чехол два. Ну, что у нас еще было? Подушка три, четвертая. И сегодня я вам хочу показать эту посылку. А перед началом хочу сказать, не забываем подписываться на мой канал. Я вас умоляю, пожалуйста, подписывайтесь. Это мне дается очень сильным... Это я очень сильным трудом. Потому что я стараюсь, вы не подписывайтесь. Короче, быстрее подписались, поставили лайк под этим видео. И я начинаю. Поехали. Простите, пожалуйста. Ну, они уже распаковали. Кто-то мама или кто-то распаковал уже эту посылку. Я пришла домой, и она уже распакована. Простите, я не смогла с вами. Короче, я вам покажу только пакет. Ну, пакет, наверное, что такого. 2938. Ну, такой пакет, как обычно, для всех посылок. Шло оно очень долго, не знаю, 2,5 месяца, не меньше двух месяцев. Давайте посмотрим, что же там. Вуаля, вот в такой баночке, коробочке, достаем. Вот она. Это подсветка на телефон, чтобы снимать видео и чтобы свет был не белый. Давайте же попробуем. Надеваем на телефон. Сначала я покажу. У него есть 3 режима. Смотрите, вот я его держу. Сейчас я вам поудобнее покажу. Вот я держу. И вот тут есть такая... Это USB. Это кнопка включения. И он как бы надевает такой прищепкой. 2 режима. Вот такой режим. Вот такой уже еще ярче. Вот. Ну, и чё? Чё ты не мигаешь? Ладно. Я когда открывала. Странно. Ну, ладно. Я думала, тут какой-то еще. Тут точно 3 режима, но он вроде мигать еще должен. Посмотрим. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, как оно будет действовать. Если я вам натяну. Я как раз, у меня как раз был выключен свет, и сейчас день, конечно, и занавески закрыты. Ну вот, смотрите, я включила на режим, вроде бы, мне кажется, есть подсветка. А если убрать, смотрите, сейчас посмотрим, сравниваю. Если убрать, да, мне кажется, да, есть разница, смотрите, раз. Тут, видите, моя тень. Вот, да. И мне кажется, это хороший аксессуар, и поэтому... Подписываемся еще раз на мой канал и покупаем вот такие штучки. Видеоблогер, если смотрит меня, эта штучка очень вам поможет. Конечно, я еще пленку не сняла. Я сниму пленку, и вот так вот выглядит USB. Обычное USB. Такое белое. Такой коробки. Значит, тут все по-китайски. Как вы задумали? Даже ничего не прочитать. Ну ладно, вы были на канале Мисс Полли. Пока! Пока-пока!